Я вошел в сурдокамеру. Дверь за мной закрылась на 10 суток. 10 суток – это немного, но и немало, как потом оказалось. За порогом сурдокамеры, который я переступил, в общем, ничего непривычного, настораживающего. Рабочее кресло и стол, различная аппаратура, переключатели, тумблеры, установлены телекамеры, через которые будут вести наблюдение. Жить предстояло по разработанному графику, непривычному для нормального ритма. Сурдокамеры я побаивался. Я знаю, что некоторые не выдерживали долгого заточения. Одних одолевали галлюцинации, другие не справлялись с собственным настроением, с нервами. Третьим не удавалось должно реагировать на предлагаемые тесты. У меня пока шло все неплохо. Я стругаю мягкую, податливую липу и думаю о будущем. Для меня будущее связано с космосом. Хочу подняться в его бездонную глубину. Стругая липу и веду бой с одиночеством и тишиной. Здесь тишина равна тишине космоса. Приобщиться к грозной глубине и категоричности свойств космоса трудно. По графику полагается спать. Спать мне совершенно не хочется. Слово «не хочется» здесь не существует. График – это приказ. Лекарств здесь нет. Здесь необходимость и воля. Космонавты не имеют права на многое, в том числе и на бессонницу. Вы строгая модельяка, я вспоминал прошлое. Прошлое, связанное с моей первой тропинкой в небо. Тишина – это не только простое отсутствие шумов, звуков. Тишина – это одно из свойств материи. Свойство, которое может убивать. Случись так, что придется остаться с космосом один на один, без шансов на чью-либо помощь, на чью-либо вмешательство. Как к этому не относись? Логично, рассудком, сердцем, с эмоциями или без, исход один. В конце концов, безумие и неизбежный распад личности. Человеческому мозгу жизненно необходим приток свежих впечатлений. Иначе он долго не протянет. Объективно мир существует. Субъективно для меня его все равно что нет. И моя психика не хочет с этим мириться. Пока не хочет. А если не сможет? Все дело в воображении, в нервно-психической устойчивости. Thank you.
каждый полет – это поединок с неизвестностью. Я смотрю на Як-3, а думается мне, что именно там, в далеком будущем, скрыты те окончательные критерии, с позиции которых наши потомки станут оценивать свершения минувших эпох. Человечество в сущности, как бы на пороге новоселья, жизненным пространством становится Вселенная. Ее освоение уже началось. Мощь земной цивилизации позволяет этим заниматься. Но главное во всем этом – сохранить планету. Мы всегда стремились жить на предельных для себя оборотах. Говоря летной терминологией, на жестких режимах. А как иначе?